красота. Всем привет. В крайнем ролике мы нашли кошелек чешуи, который был на канале. Как вы думаете, куда мы едем опять? Естественно, исследовать эту дорогу. Мы же прошли только половину. Да мы даже половину не прошли. Мы прошли на самом деле треть. То есть надо осторожнее, потому что здесь глиняные лужи под сугробами, а здесь кроме нас никого. Вот вчера были, считайте, да, вот наш накат опять запорошило. Вон они вчера провалились маленько, но это как бы ни о чем. Ну вот, сейчас мы ее объедем аккуратненько. Белое безмолвие. Красиво, конечно. На улице ноль. Но она же, не ноль, минус три. Сейчас на данный момент. Ну так, а здесь поле, чуть ветерок. Здесь, да, здесь, когда на поле стоишь, ветер, конечно, прохладно. Вот. Ну что, друзья, айда в лес опять. Сейчас вам все покажем. Итак, друзья, дошли, соответственно, до места. Сейчас, фокус. Вот яма с чешуей, с кошелем из предыдущего видео. Ну, соответственно, какая нам задача? Углубиться дальше по этой дороге, также смотреть обочины, саму дорогу, может быть, что-нибудь еще найдем. Сегодня второй день. Там чернина какая-то. Но чернину проверять надо, сами знаете, в таких местах. Что здесь было, непонятно. Сегодня чуть-чуть похолоднее, уже минус 3. Может быть, снег по суше будет, но я что-то очень сомневаюсь, все равно будет липнуть. Вот. Там такой сигнал двойной. Двойной? Сейчас, короче говоря, шли. Прям свежие, видать, мы лось спугнули. Прям перед нами пробежал такой, покрутился по дороге, по следам ушел. Только-только. Черный сигнал, но посмотреть надо. Верховой. Вряд ли что-то дельное будет. Да нет, нет, ты его, наверное, копнул. Гильзач. Ага. Вот он и бил странно. Вот он странно бьет капсулькой цветной. Да. Так, ну что, выдвигаемся. Сейчас идем чуть-чуть по дороге. Вот идем. Здесь тоже накат, видимо, какой-то был. И вон там типа полянки. Ну это не целиковый знак, это. Сейчас там находка. Вот. Что-то там какой-то ком. Сейчас пойдем посмотрим, что там на ней есть, интересно. Выскочил сигнал интересный, сейчас покажу. Целенький. Палец. Накладка со знака. Знак не целиковый. Палец-то сегодня я замотал вот так. Вот такой значочек. Походу, дел ГТО, наверное. Накладочка. Но целенькая, даже в этих. В эмальках. Здорово. Чешуя Грозного и ГТО. Отлично. Вот, зашли на эту поляну. Ровная полянка в лесу. Здесь такой завал. Я так предполагаю, что здесь был стан. Короче говоря, тракторный. Или что-то типа того. Вот здесь вот все завалено железом. Причем крупным железом. Ну, скорее всего, да. Либо лесовики стояли, либо... Ну, трактора-то колхозники-то вряд ли. Скорее, лесовички. Ладно, посмотрели. Какая замечательная полянка. Возвращаемся обратно на накат. Вон она. Кто она? Монета. Так, у нас, короче, был офигенный сигнал. Так вот, подожди, говорю, будем копать на камеру. Но у нас же шило в одном месте. Да. Стрела. Андрюха, тебе привет, если смотришь. Шильца она все. Где я не вижу? Да вот она. И опять какая-то размочальная. А, вижу. Вставай. Взяла дизельские, дизелем пропитанные перчатки. Перчатки взяла у меня там в этом, из двери. Я думаю, что ж так соляры в лесу воняют? Я у них фильтра топливные меняю, про резину. Крупная? Ну, нет. Как тебе сказать, это пипец. Опять убитая? Она тут убитая. Блин, так все хотим. Ну, в дороге-то, ну, Игорь, ну, хотим, мало ли что мы хотим. Прошел трактором пару сотен раз колесом по ней. Хоть что это было? Это было 3 копейки 24-го года. А, совет? Ага. Плавно преобразовалась в шайбу. Ну да. Да, она самая.
Странно, звонил на тракторе, как пятак катил. Ну, потому что он сверху лежит. Ой-ой, кто ж тебя так плющил-то? Кто-кто? Это трактор. Странно, грунт песчаный, а они здесь какие-то не очень сохранные. Да потому что они в колеях лежат. В колее сохрана не будет, это тебе не Белозерск. Так, вон туда, в ту красоту сейчас двигаем. Так, вон там, возле елочки, сейчас была трешка вот эта мятая. Прошли. Здесь куча железа, фантики, ну, эти от сигарет. Еще один такой, опять на траке 02-45. На эквиноксе, черт, как я не знаю. Тридцатка. Тридцатка. Опять сверху монета. Медный. Опять люб припахали пахать. Ой, копать. А что делать, если ты все руки сюда? Перерезал. Руки перерезал. Бывает такое. У меня вся та неделя. Ножи затачиваю. Много. Что-то вся та неделя у меня была травмоопасная. Я все пальцы себе перекромсал. С чего бы? В яме. Да в яме. Так он еще железом начал отдавать. Странно. Что там железо рядом? Может быть. Сигнал-то был не железный. Сигнал был не железный. Ладно, сейчас будем искать. Там железо. Пином буду искать. Как можно. Кажется, она где-то бесконечно. Тут. А вот она. Монета? Да, я вижу. Где? Вот она. Ща-ща-ща. Вон она виднеется. Видно? Видно. И какая-то она. Опять, наверное, гнутая. Нет. Ну, это совет. Опять совет? Ну да, вон. Опять трешка, наверное. Опять трешка. Ну такой же сигнал. Что здесь, трешки советские теряли? Я же тебе сказала, сегодня день советский. А, вчера Грозного, сегодня совет. Ну это хоть вроде не гнуто. Ну это вроде более-менее. Фига себе. По идее здесь серебро должно быть. Ага, два серебра. Зелененькое. 24-го, да? Ну да. Размер-то. Размер тройка. Трешка. Знаешь, она здесь укатана, я сразу говорю. Ну, в колее-то. Да, сохран печаль. Хотя грунт-то хороший. Грунт хороший, да здесь дорога-то укатана. Такие дела. И одна. А здесь чернина. Там чернина, вот тебе чернина. На, тебе твою заслуженную монету. А ты когда будешь поднимать? А я знаки поднимаю. Ты сегодня по пластике? Я же все просил сегодня, ехал, все думал, что хотя бы пластики какой-нибудь найти. Нашел. ГТО. Ну, тоже пластика, по сути. Только более поздний. Блин, охренительный лес. Такой лось сейчас раз выходит. Но не выходит. Сейчас проверю. Я хожу за ней, сигнал проверяю. Опять? Да. Какой? 24-й сверху. Потеряй. Может, какой копейка. А может, вообще. Что-то крупное. Хотя я не знаю, как по веннику это определять. Что-то сверху, блин. Вообще сверху. Банка? Сверху. Может, кошелек? Да, два кошелька. Ну, а чего? Вон где-то там. Тут что-то такое. И что это? Не пойму, что это. Это прямо вот сверху лежит. Ну, подковырни ты ее.
меня так иногда железо орёт верховой. Ну, может быть, какой-нибудь банка, я же говорил. Так, пивная, что ли? Пивная. Пихай. Мы делаем так и всем советуем. Свои леса надо чистить, чтобы потом не ходить по этим помойкам. Вот. Свое надо содержать в чистоте. Да и чужое тоже. Ой. Все равно куда-то приезжаем, тоже чистим. По возможности. Приятно. Так, сейчас прошли такой завал и вошли в аллейку. Деревья свисают, ветки надо накатом. Снега практически нет. Копеечка. 27-го года. Вот что не душечка. Душечка 27-го года редкая. Вот, копеечка, в общем-то, нет. Любимая шутка копарей. Да. Про двушку 27-го. Вот такая монетка. Здесь очень комфортно, здесь можно подробно все прозвонить. Вот взяла я перчатки специально. Дизельные. И дизельные, и такие. И помывочные. Пойду, руки все черные, под когтями. Маникюр сразу. Короче говоря, следующий сигнал. А, сейчас гильзу. 12-й калибр, охотничий патрон. Сейчас, дайте мне. Такую. Рамка. Рамочник. Я надеялся на щитовичок. Суть по сопутке. Ну, что-то она какая-то очень шатанная. Странно, такой грунт, блин, на дороге. Такие они. Ну именно что дорога. Подубитые дорожные, да. Сейчас. Я просто 15 копеек, а какого года даже давай сказать посмотрим. Не могу. А, да, убитая. Что-то да, здесь чешуя хорошая, а монетки не очень. Здесь ходить очень удобно. Не, ну если что-нибудь типа копейки, двойки, тройки будут попадаться, на, то я думаю, что они будут более-менее. Так, прозваниваем далее. Далее. Птички поют. Тишина. Красота. Вот здесь был щитовичок, да, но это уже после реформы. Надо посмотреть. Короче, следующий сигнал. 38. Под корнями, да. После реформы. Похож на 38. Двушечка. Звонить ходили куда-то. Тоже чуть-чуть гнутая, но с охраной у них здесь более-менее. Скажу. 38-й, да. Блин, столько корней выковырили, чтобы ее достать. Ну тут же палки в колеи эти кидают, ну чтобы машина прошла. Подними все это. Кидали, да, сейчас вот завалы здесь. Я так понимаю, лет 5, наверное, здесь никто не ездил. Может быть, ну не больше, нет. Наша колея еще совсем-то не заросла. Здесь, конечно, летом здесь вряд ли, здесь травище будет море. Вот, а сейчас самое время мы уловили. Это удила кусок. Да, похоже. Вот такая штука.
Конина. Продолжаем. Вот так и бьется дорога. Оп! И все они здесь, к сожалению, вот такой вид имеют. Они чуть-чуть расплющены. Это полкопеечки советские. Тоже ранние. И все размазаны. Ну, видели, дорог-то много использовали, ездили по ней. Полкопейки. Год непонятный. Ну, это где-то 27-й, 28-й, 26-й, что ли, 25-й, какие-то такие года. Вот. Вот. Как вы думаете, да, что потеряли в лесу? Портки. Вот. Кто-то шел и потерял штаны. Ну, вот это, конечно, номер. Я говорю, проверь карманы, я говорю, может, мелочь советская есть. Нету. Как можно штаны потерять? Я вот не знаю. Тащи, что только не найдешь. Они их просто выбросили. Ну, может быть. Или медведь за жопу схватил, штаны сорвал. Да. А чувак убежал. Как обычно, шли по дороге, вон она внизу, и увидели слева от дороги холм. Прям он достаточно крутой такой, большое возвышение. Ну да. Может, просто холм, может, нет. Чернин-то есть везде здесь. Черт его знает, что это такое. Ну, проверяем, разведка. О, интересно. А вот там прогалы начинаются уже, как вырубка, что ли, здесь была, я не знаю. Вот. Ну и паутина везде. Этот холмина, куда мы залезали, вон там. Вот здесь такой провал, вон там. Там холмина с елками. Здесь, мы сюда поднялись, да, на холм. Здесь березняк, и тоже на холм сейчас дорога продолжается. Здесь, скорее всего, была вырубка. У нас два сигнала одновременно. Люк с дороги у меня с обочины, у нее... Короче, у меня совет. Квадратик. Ну, сегодня день советов, да, я так понимаю. Ну, все. Ну, очень даже замечательно. А с дороги все монеты побитые. Вот, да. Здесь лесовозы, если ходили, понятно, они же тяжелые. Представляете, как все. У них же еще резина, там шипы, шипы-то какие. Ого-го. Они тут это, все монеты. Они, да, и помяли. Укатали. Ну, ничего, обочинки тоже бил. Интересно. Фольга фольгой била. Да тоже какие-то. Это 46-й, что ли. Ну, вот. Но у нее сохран лучше. Здесь опять начинается хороший участок. Или 45-го. Ну ладно. Хороший участок без снега начинается. Где елки свисают над дорогой, там снега мало. Сейчас шли вот по открытому, там, конечно, навалило, потому что снег сейчас еще... Поэтому проходим их несколько быстрее. Да, да. Сейчас снег сыпет, не видно на камеру, я не знаю, мы все уже в снегу. Вот. Ну, его, в принципе, обещали. Ты что хочешь? Попить? А, отряхнуть? Рюкзачищу. Слегка с рюкзака. Ну, мы, у нас еще время-то есть немного. А я хрен знает. Часа два надо. Идем, пока идется. До перекрестка осталось 190 метров. Там перекресток с выхода со старой одной дороги, на которой мы находили пятак, Катин, что-то еще. Ну, правда, километров в полутора вот туда вправо. Но суть не в этом. Они где-то здесь сходились, эти дороги. Пойдем, дойдем до перекрестка, пойдем обратно. Сейчас идем, такое ощущение, что он там вдали, да, поле какое-то начинается. Нет, это просто холм как бы кончается и вниз пошел. Там 49-й, только следующий, да, находочка советская. Господи, хоть с дороги, но ровная. Единственная. А, ну нормально, да, целенькая. Сейчас приближу, посмотрю. Ну, то ли 49, то ли 59, не пойму. Сейчас скажу. О, блин, хлама сколько. Ой, а если это 56-я, наверное, 59-я. 59-й, наверное. После реформы. Ну, такой пятачок. О, стреляют. Ну, мы видели сейчас, по дороге. Да, стояли. Да, да, охотники расчехлялись. Сейчас на кого? Перуна на какой-то, я не знаю. Что-то я вообще от охоты отдалился так далеко, как от рыбалки. Что прям даже я даже не знаю, где это. Охот минимум тут вспоминал, сидел. Где-то. Думаю, на кого же они охотятся? 9-го, 10-го, 13-го веков. А чего, отдалился? Да. В смысле? Ну, ты говоришь, далеко отдалился. Я говорю, в район 9-го, 10-го. А, да, 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 от современных. Короче, вспоминал сейчас охот минимум, сидел на днях. Думал, конечно, они охотятся. Не было охот минимум. Тогда нет.
Час я вспоминал. И в итоге ни хера не вспомнил. Надо почитать ради интереса. Вон там была последняя монетка. Что-то у нас запотели, не запотели. О, господи, тоже целая. Угу. Слава тебе, господи. Хоть целые начали попадаться. Не гнутые, не размазанные. 49-й год, копеечка. Дорога пойдет сейчас вниз. Вот там вот это вот я где показывал. Прогал. Вот а это действительно прогал. Там то ли вырубка тоже, то ли... Там должна вторая дорога в нее входить. Ну мы сейчас, да, должны где-то пересечься еще с одной второй дорогой, полазить. Ну и понемножку выгребаться. Судя по всему, все-таки старая дорога шла под холмом. Там чуть дальше. Она хрен и вот по карте вот он показывает, что дальше. Это первичный у нас выход сюда. Я думаю, что мы сюда вернемся еще не раз. Будем проверять. Вообще этот кусок начали только осенью исследовать. Ну да. Как ноги не доходили и руки. Короче говоря, спустились сейчас вот сюда. Это не что иное, как делянка, я так понимаю, бывшая. Вот она вырубка. Вышел, да? Ага. Вон они, следы. Вот такие. Туда куда-то потопал. Сейчас мы смотрим по карте. То есть мы, на самом деле, когда изначально дороги совпадали, где мы вчера Грозненскую чешую нашли, потом они где-то расходятся. То есть вот эта дорога, по которой мы шли, сейчас собираем советы, она чисто советская. То, что на Минде и раньше, она где-то раздвоилась, уходила под холм, где-то там, в лесу. Мы сейчас... 100 метров. Вниз туда, да? Вот. Мы, естественно, здесь вряд ли что-нибудь сейчас найдем, здесь сугробы. Вот, мы сейчас спустимся по пролесине вниз и посмотрим там, покрутимся. Чуть-чуть под холмом. Здесь, конечно, тема интересная. Вон там, если смотреть сквозь деревья. Овраг уходит. Овражено. Сейчас, блин, не видно никогда. Ну да. Вот, отсюда хорошо видно. Давай, сейчас покажу. Туда какой-то и накат, вон спускается вот этот овраг. Да, вон. Нет, накат туда не спускается. Вон, посмотри внизу. Вот тоже. Туда дорога уходит. А там тоже овраг. И вон он. Попробую приблизить. Вон, где берега. Что за овраг, не знаю, но овраги я смотреть люблю. Но это не сейчас. Вот. Ладно, ломимся через лес, смотрим, что там. Смотрите, спустились с холма и по карте, смотрите, канава прорыта. Ну, вот эти разделительные или какие они, лесные. Вот. Прям прямая-прямая, видите, деревьев нет. По карте четко она совпадает с дорогой. Видимо, ее по дороге и бахнули по старой. Ладно, сейчас пойдем в обратную сторону, в сторону машины, и будем смотреть в обочины, потому что в самой канаве лезть здесь уже сантиметров 15 снега навалило, к сожалению. Вот как-то так, ребят. Но все равно очень интересно. Вылезли мы оттуда, там, к сожалению, в этом лесу завал, плюс сугробы, неудобно. Короче говоря, темнеет здорово, через час будет темно. Идем обратно по этому накату, да, уже к машине. Опять... Помятый трояк. День помятых монет. Вот это ни хрена не понятно. Какой-то пятый? Либо 45-й, ну, поздний, это уже поздний реформенный. Скорее 55-й. Наверное. Туда идешь, что-то находишь, а обратно идешь, что-то находишь. Вот здесь мы стояли, чай пили. Вот. След от чашки. Ну, от термоса. С обратно иду глубоко. Такая вот конина. Прикольно. Сейчас. Сломанная, да, сломанная. Но прикольно. Возвращаемся. Темнеет прям быстро, очень быстро. Ну, в принципе, фонари-то есть, пофигу, найдем. Где-то километр, наверное, еще. Все, друзья. Закончился сегодняшний день чудесный. Раскладывать я ничего не стал, потому что там, ну, десяток, наверное, может, чуть побольше советиков. Этих деформированных в основном все. Куча деформированных советов. Значок ГТО. В общем-то, прикольный вполне себе. А, я и пипку от него, крутяшку нашел там рядом. То есть, в принципе, сгнила только на что накручиваться вот этот вот штырек. Все, выходные, к сожалению, подошли к концу. Уезжаем в Москву. Ну, не сразу, завтра, наверное, поедем по чуть-чуть. Снега сейчас поднавалил, сантиметров 15 уже. Но мы сезон не закрываем, не. Мы еще что-нибудь еще придумаем. Вот. У нас есть куча, да, Люба говорит. Короче, спасибо, что с нами погуляли. Мы надышались, а вы насмотрелись, наверное. Вот. Если не сложно, делитесь видео
в соцсетях нам это пригодится. А вам не сложно два раза мышку нажать. Это же просто раз, и все. Вот. Ставьте пальцы. Как красиво. Где? Берем. Да, какие? За мной? Где там, там они? Сейчас покажу. Да, вон она. Сейчас как раз жбаном закрыл. Оп. Очень красиво. Сегодня снег такой крупный шел, классный. И не это, не ноль, минус. Вот. Короче, ставьте пальцы. Гуляйте с нами впредь. Мы для вас еще много, я думаю, что интересного наснимаем. Вот. Всем здоровья, как всегда. И пока.